создать свой бизнес просто. Именно под этим девизом один из банков города и компания «Бизнес-молодость Оренбург» 2 июля проведут бесплатный семинар для начинающих бизнесменов. Как открыть свой бизнес, что выбрать, магазин одежды, салон красоты или фитнес-клуб? С чего начать, где взять деньги и как свести затраты к минимуму? Специалисты помогут определиться с выбором и дадут стоящие советы. Начало семинара в 11 утра в Центре развития бизнеса на Пролетарской, 12. Вход абсолютно свободный, предварительная запись по телефону 36-350. Быстрее, выше, сильнее. В нашем городе продолжаются спортивные соревнования. 2 июля в 6 часов вечера пройдут соревнования по настольному теннису. Инициатором состязания стал депутат горсовета Андрей Ушаков. Как раз от него победители получат подарки. Поучаствовать или поболеть за спортсменов можно по адресу улица Ткачева, 79. И продолжается чемпионат города по футболу среди коллектива физической культуры. 2 июля мяч погоняют на центральном стадионе города Оренбург по адресу улицы Новая, 17/1. Всех болельщиков и просто любителей футбола ждут в 7 вечера. По-прежнему в нашем городе ведутся ремонтные работы. В связи с этим горячей воды нет в нескольких районах города. В Южном, в домах по улицам Центральная, Далее, Новоселова и Зауральная, в Центре, в некоторых домах по улицам Гая, Кобзева и переулку Бухарскому, и в Авиагородке, в домах по улице Авиационной. Кстати, на Авиационной тепленькое пойдет уже в среду ночью. Так ли это, можно узнать по телефону горячей линии по теплоснабжению 405-30. Хорошей вам среды, следите за рубрикой «Город» и будьте в курсе всех событий, запланированных в нашем городе.